обслуживают эту встречу. В поле работают Дмитрий Бушманов, Курган, и Вадим Осипов, Уфа. То есть его место, но по сути количество очков одинаково. Подойдет Евгений Платонов сейчас бразильцу. В атаке Южного Урала. Александр Сюранев в прострел. Момент Южного Урала, удар, и спасает сейчас. Причем Александр идет сам. Под ног у него мяч убивает Николай Уцкой. Момент! И спасает сейчас Илья Кулаков. Удар! И сумасшедший гол забивает сейчас Илья Кулаков с левой ноги с острого угла под самую перекладину ворот Георгия Пашина. Илья отправляет этот мяч. 1-0, 1-0, Южный Урал впереди. Отбегает снегу на полное расстояние. Романов разбегается, бьет и попадает в Евгения Платонова. Илья Кулаков, Максим Арсенов. Анар Шакиев в борьбе пытался с Алексом Платоновым нанести удар. Не получилось, опаснейший момент был у ворот. Ираэра, Кирилл. Старостин убирает мяч под себя. Двое на него и... Алекс Постман. Алекс Постман. Кирилл Старостин. Вперед направо. Михаил Марков проходит передачу. Момент и... Сравнивает Ираэра. Все. Делает это Михаил Марков на 11-й минуте. Отличную передачу Михаил получил от Кирилла Старостина. И неотразимо пробил мимо Данила Казачкова. 1-1. Мячом завладел Александр Чиранев. Какой дриблинг от Александра. Сам нет Александр. Момент. Пас налево проходит. И гол забивает. Кирилл Николаев. Выйдите на этот проход Александра Чиранева. Всю команду обыграл Александр. Сместился вправо и отдал неотразимо. И отдал точно. Да, Кирилла Николаева. Вот уже Кирилл. Юрий Кулакова. Контратака Челябинцев. Анар Шакиев. Момент. И... Подсекал сейчас мяч на голке. Кулаков, пацаны, хороший, Кирилл Старостин, гол! Гол забивает своей бывшей команды и не празднует этот гол Кирилл Старостин, демонстративно подняв две руки вверх. 2-2, вновь Ираэра сравнивает счет усилиями Кирилла Старостина. Отличную передачу он получил от Михаила Маркова. Михаил разбегается. Удар и попадает мяч Александра. Удар Алиса Потсмана, Евгений Платонов себя принимает, добивает Кирилла Старостина, и гол! Дубль Кирилла Старостина! Неудачно принял мяч Евгений Платонов, а то он один слишком далеко скачил. Этим воспользовался Кирилл Старостин и выводит Кирилл свою команду вперед, что там 3-2. Берим как сыграл красиво, обыграл еще одного. Удар дальний угол на месте, Антон Бурнашов открывает. 3-2 в пользу Ираэра. Момент хороший. Удар через себя и гол! Гол забивает через себя Александр Чиранев. Вы видели это? Кирилл Николаев отдал передачу дальнюю штангу. Не удачно. Требуется помощь Александру Чираневу. Что-то с рукой очень серьезное. С рукой. И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители футбола, мини-футбола в частности. Вас вновь приветствую в Челябинск, спортивный комплекс «Репей». Матч между командами Южный Урал, Челябинский и... Илья Кулаков скинул на Максима Арсенова. Скидка, хороший момент! Момент! И сейчас был у Южного Урала! Удар! И спасает сейчас Антон Бурнашов свою команду! Мяч! Кирилл Старостин, Николай Ускоев. Прокидывается мяч. Николай бьет, и мяч проходит над перекладиной ворот Антона Бурнашова. Антон Бурнашов, передача вперед. Георгий Паша забивает удар, и гол! Гол забивает Евгений Платонов! И вновь выводит Южный Урал вперед со счетом 4-3. Отлично сыграл Евгений. Георгий Паша на выходе кулаками отправит мяч в другое поле, но мяч достался игрокам Южного Урала. Берим. У нас Кирилл Старостин. Командама Берим. Берим бьет с носка, попадает Кирилла Николаева. Этого матча. Второго периода. Второго тайма. Удар по воротам мяч летит. Роман Адамов убирает мяч под себя. Михаил Макаров. Николай Ускоев бьет, и мяч идет выше ворот. За 2 секунды до конца этой встречи. И победа!